состоянии выполненного долга, так сказать. Сделала полезное дело. Поэтому настроение хорошее, чувствую себя нормально. Для меня это уже, наверное, 11 или 12 раз. Решила попробовать, никогда не было такого опыта. Может, нет, никогда не сдавала, может быть, кому-то будет помощь. Ваня, Ваня, что случилось? Молчи. Открыли дыхательные пути. Смотрим, слушаем, ощущаем. Не дышит. Вызови скорую помощь. Ребенок без сознания не дышит. Начинаем с 5 спасательных вдыханий. Прислушиваемся 10 секунд. Не дышит. Скорую помощь уже вызвала я. Мы начинаем 5 спасательных вдыханий. Взяли вторую палочку, так же, как обычный карандаш. Как обычный карандаш, как шариковую ручку мы берем и стараемся соединить концы. И заглаживаем не выше, не ниже. Буду сейчас гладко отпускать. Так, вторую тоже загибаем, получается? Нет. Вы так свободны. Сейчас.